9 мая в Волжске прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память о великом подвиге поколения победителей пришли почтить дети войны, узники концлагерей, участники специальной военной операции, представители власти и жители города. По традиции с утра у обелиска воинской славы духовой оркестр заиграл встречный марш, и в торжественной обстановке 14-я ракетная дивизия города Ишкарлы пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Сегодня 9 мая, праздник Великой Победы. Для нашей страны, наверное, один из самых главных праздников. И для страны, и для нашего народа. Праздник Победы для нашего народа – это самый великий праздник. Мы отстояли свою независимость ровно 79 лет назад. Я поздравляю всех волжан с этим великим праздником, праздником нашего народа, нашей страны, одним из самых главных наших праздников. Пусть все будет у нас хорошо. Пусть будет мир в каждом доме и в каждом сердце. С праздником! Несмотря на холодную погоду, большое количество волжан пришли отдать дань уважения тем, кто сражался за нашу Родину. Девятое мая – самый значимый, самый светлый праздник. Мы всегда его отмечаем, мы, в общем-то, всегда приходим, потому что вот мой дедушка тоже воевал, вот у мужа отец воевал, возлагаем цветы. Считаем самым-самым значимым добрым праздником. В этот день мы всегда вместе, в этот день мы всегда несем цветы к обелиску, к вечному огню. Для меня 9 мая – это, конечно же, день скорби, день памяти о погибших наших дедах, прадедах. Вот сейчас сходили, возложили цветы с моим сыном, да, и я ему показала нашего прадеда, он там на стене на этой фотографировали. И, конечно же, самое важное – это передавать память о том страшном времени, рассказывать как можно больше, что это было непростое время. По окончанию митинга в Парке Победы дневные праздничные мероприятия продолжились на нескольких площадках города. В Парке культуры и отдыха состоялась программа под названием «Спасибо деду за победу», где волжане смогли поучаствовать в мастер-классах и ознакомиться с выставкой работ юных художников. Это праздник всей семьи, праздник всей страны. Это гордость за нашу Россию, за наше будущее. Всех с праздником! В микрорайоне «Русская Луговая» состоялся митинг-концерт «Сквозь года звенит победа» с участием творческих коллективов города. Вечером большой праздничный концерт «Великая победа великого народа» продолжил праздник на обновленной центральной площади города. Площадь – это что-то новое для нашего города, даже неожиданно было такое видеть. Очень нравится. Слезы, грусть, но одновременно радость и гордость за нашу страну. В таком маленьком городе, в такую погоду, не теплую, собралось столько людей с детьми. Ну и концерт, как всегда. Торжество Победы. Конечно же, мы вспоминаем наших героев Великой Отечественной войны, тех, кого с нами нет, и тех, кто еще с нами. Нужно о них помнить всегда, чтить память. И, конечно, радоваться победе, что наше поколение живет благодаря им. Хорошо, что есть такая традиция чтить память о погибших воинах. Спасибо им большое. Спасибо дедам за победу. Ура! Ура! Объявляется Всероссийская минута молчания. В 7 часов вечера волжане вместе со всей страной почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.